Весной и летом по стволам хвойных деревьев деловито бегают пестрые насекомые. Это муравьежук охотится на короедов. Он типичный представитель семейства пестряков. Ярко окрашенные жуки с большой головой и волосистым телом в большом разнообразии населяют тропические леса. Палеарктические виды уступают им в размерах и богатстве красок. Имаго и личинки муравьежуков – хищники, охотящиеся на мелких обитателей древесных стволов. Муравьежук обыкновенный или пестряк муравьиный или короедный волк – вид жуков из семейства пестряков. Ярко окрашенные жуки длиной 7-10 мм. Черная блестящая голова покрыта точками и черно-белыми волосками. Булавовидные усики и щупики коричневые. Антенны состоят из 11 членников, булава трехчленниковая. Передняя часть груди красная, остальная черного цвета. Надкрылья у основания прямоугольные, на конце сужаются. Основная окраска черная с двумя светлыми поперечными перевязями. В районе плеч красный участок. Верхняя перевязь узкая, изогнутая, нижняя широкая. Полосы покрыты длинными белыми волосками. Крылья прозрачные, светло-коричневые, хорошо развитые. Брюшко равномерно красное. Передний членник лапки грубо вырезан. Хищничают в гнездах жуков-короедов. Розоватые личинки имеют длину до 18 мм. Живут в ходах под корой. Поедают яйца, личинок и куколок-короедов. Окукливание и зимовка имаго проходят там же. Численность в некоторых районах, например, в Германии, резко снижается из-за использования там химических препаратов для предохранения древесины. Полезные жуки, так как уничтожают вредных насекомых, таких как жуки-короеды. Они настоящие хищники, и их второе название – короедные волки – говорит само за себя. Взрослые муравьи-жуки охотятся главным образом за жуками-короедами. Завидев подходящую жертву, жук стремительно бросается на нее, схватывает своими передними ножками и тут же приступает к трапезе. Вероятно, хотели бы они проникнуть и в короедные ходы. Там полным-полно аппетитных личинок. Да не способны на это. Слишком велики. Лишь в тех местах, где кора повреждена и ходы эти обнажились, удается жукам полакомиться куколками и только отродившимися со светлыми, еще не затвердевшими покровами короедами. Расправляются они с ними виртуозно. Сперва отгрызают голову, а уж после этого пожирают и все остальное. Не спасает крепкая, как скорлупа ореха, хитиновая оболочка. Розоватые личинки ведут скрытный образ жизни, обитают под корой деревьев. Здесь истребляют они огромное количество яиц, личинок, куколок и молодых жуков-короедов, смолевок, усачей и златок. Иногда нападают и на рогохвостов. Прогрызая в коре и под корой ходы, они проникают в самые потаенные уголки их жилищ, настигая жертву в, казалось бы, надежнейших укрытиях. Одна личинка муравьежука за сутки может уничтожить до 2-3 личинок или куколок-короедов. Зимуют жуки и личинки последнего возраста толще коры тех деревьев, на которых они и развивались.
Весной они выбираются наружу и начинают летать между деревьями. Голодные жуки ищут короедов и других вредителей древесины. Хищники активны днем. Потревоженные насекомые падают на землю или улетают на соседнее дерево. Основной рацион составляют короед типограф, массово заселяющий еловые леса. Вредные насекомые уничтожают сотни гектаров насаждений. Благодаря пищевой специализации короедный волк считается очень полезным видом. Муравьи-жуков используют как биологический способ борьбы с вредителями-короедами. Части коры зимующими жуками удаляют с деревьев, собирают и отправляют в места вспышек массового размножения типографов. Муравьи-жук – самый массовый и эффективный хищник короедов, развивающихся на сосне и еле. При большой плотности поселения, а на некоторых заселенных короедами деревьях их плотность достигает 3-5 особей на 1 квадратный дециметр, муравьи-жуки истребляют огромное количество короедов, за что лесоводы испытывают к ним явную симпатию.